Всем здарова, друзья, с вами Спикер и новая часть «Полицейских погонь». Мы сегодня не просто погоняем от копов, мы сегодня полетаем от них. Вот на таком байке у него есть реактивный двигатель, есть пулемет и есть пару крыльев. Даже две пары крыльев. Обалдеть. Желтый цвет как раз под мою форму. Симпатично смотрится, и у нас вот так выдвигаются крылья. Есть пулемет, довольно крупнокалиберный, и все. Да, тут нет ракет, конечно, это очень жалко. Кстати, ракеты здесь очень пригодились бы. Просто в воздухе прицеливаемся на вертолет и отстреливаем. Реально было эпично и красиво смотрелось. Ну что, у нас есть еще шлем. Кстати, со шлема смотрится довольно вот так дерзко. Вот такой крутой байкер. С пулеметом наперевес и, конечно, с двумя крыльями. Четыре крылья. Хорошо, у нас есть. У нас есть сегодня копы, у нас сегодня будут и танки, конечно же. И давайте же сделаем сразу 4 звезды. Потому что мы сегодня будем летать, мы сегодня ездить не будем. И посмотрим, насколько байк справится против полиции Лос-Сантоса. Ну что, погнали? Включаем уже турборежим. Реально круто пролетели. Это колесо просто на ура пролетели. Можно даже еще вертушки долететь. Мне нравится этот байк уже. Двойка приземляется, аккуратно приземляется, и снова идет подзарядка. Да, видно, подзарядка идет довольно быстро, буквально 3-4 секунды, и зарядка готова. Давай же сделаем 360. Мы сделали просто словно бочку. В другую сторону полетели. Нет, друг, нам нужно вернуться на трассу и поехали к нашей горе. Мы сегодня, конечно, погоняем по городу, то есть полетаем по городу, и уже, наверное, прокатимся против копов. Ребята, давайте за мной, ФБР уже за мной. Оп, врезались даже. Даже умудрились врезаться, ничего страшного. Выпускаем крылья, набирается энергия и... Ой, конечно, нужно расстояние какое-то, чтобы набрать силу, энергию. Врезались даже. Светильник. Так, ну что, набираем скорость и сразу турборежим. Мне нравится этот мотоцикл, он реально такой дерзкий. И довольно шустрый. Мы, ребята, особенно испугались. Кстати, можно было же открыть пулемет и можно было, конечно, их убить. Но не сегодня, мы просто полетаем. Сегодня реально можно... Интересно, а можно сделать такой 360 градусов как-нибудь? Нет, нет, потеряется энергия, но уже все-таки двигаться вперед по инерции, и тогда можно прилететь намного дальше. Ну что, сейчас посмотрим, как это получится еще разок. Есть копы, мы прилетим этих копов просто на раз-два. Нас, кажется, даже потеряли, вижу на карте. Нас пытаются найти, но не тут-то было. Мы прилетели чуть левее, и вот наши копы. О, спокойно. Идем турборежим и сразу пролетели. Обалдеть. Где вертушка? Мне нужна вертушка. Хочу попробовать ее сбить сегодня. Правда, одним пулеметом будет довольно сложно. Нужно еще управлять выше-ниже. О, на колесике. Под мостом. И сразу из моста мы поднимаемся. Извини, Франко. Стукнулись головой. Ничего страшного. Да, можно сделать даже 360. Какую-то сальто. И можно же так в другую камеру. Вот. Секундочку. Вот реально шустрый. Он такой шустрый, что я просто не успеваю. Ребята, давайте откроем пулемет. Куда ты убежал, друг мой? Набираем скорость. А что с двое, ребята? Они же пытаются меня гасить, что ли? Сейчас кто кого? Он, кажется, вылетел. Нет, он вылетел, он еще живой. Набираем скорость и полетели. Обалдеть. Реально круто смотрится, особенно со стороны. Еще пытается стрелять. Вон наши вертолеты. Нет, 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 только не на парковку. На парковку заехали, в принципе, неплохо. А как отсюда теперь выехать? Вот в чем беда. Тут слишком много копов. Меня пытаются еще загасить. Но, конечно, есть пулемет. Меня, кажется, уже зажали. Вот, можно проскочить. Можно проскочить. И сразу включаем турборежим. Полетели отсюда подальше. Пока мы улетели, нас не трогают. Так, давай-ка на колеса. На колесике. Мы слишком вверх подняли. Ну, в принципе, да, можно планировать просто. Поднимаемся наверх. И просто он как планер работает. Мне нравится этот байк, он реально крутой такой, быстрый и, главное, умеет летать. Есть пулемет, конечно, на все случаи жизни. Ну-ка, еще разок поднимаемся кверху, еще выше. Нет, хочется таки посмотреть из камеры со стороны, как это смотрится. Ну, конечно, нужно, конечно, управлять им уметь, потому что как мы слишком упали, а у нас просто упали крылья. Нас потолкнули, нормально. Ребята, я, в принципе, сам могу набрать скорость и пролететь мимо вас. Только не светофор. Все-таки врезались. Так, есть копы. Есть копы. У нас, кстати, крупнокалиберный. Да, довольно крупнокалиберный. Кажется, есть автонаводка. Или показалось просто. Так, поехали сюда. Поехали сюда уже в пригород. Мы уже в пригороде. Много копов спереди. Но мы это дело просто пролетим. Обалдеть. Ребята, я уже наверху. Вы внизу оказались. Кстати, можно замедлить время и просто отстрелить вот таким макаром. О-о-о. Ну, конечно, будет сложно. Почему-то сразу упали крылья наши. Погнали вперед. Погнали через проселок уже. Через поселок и пролетим на нашу гору.
Я думаю, сегодня будет очень легко залететь в нашу гору, потому что мы на летающем байке. Как они просидели. Ребята прохлопали меня. Погнали. Интересно, сколько набирает он скорость и как он быстро набирает. Ребята, сколько вас? Мне хочется сегодня посмотреть на танки. Танки, кстати, на шоссе довольно эпично смотреться будет. Ну-ка, полетели сюда. Ух, он уже на другом конце карты. Обалдеть. Так, трасса находится у нас вон там. Нужно долететь до трассы и включить танки. Хотя уже можно включить танки и посмотреть, как это будет смотреться. Кстати, нас пока не трогает, мы быстренько это дело включим. Сейчас, секундочку, ребята, сейчас. Оп, 5 звезд. 5 звезд есть. И смотрим танки. Ух, с горки довольно эпично смотрится, особенно на скорости. Мы еще летим с горки. Обалдеть. В долину спускаемся. Где танки, я не вижу. А нет, вижу танки. Танки появились, только нужно их сперва найти. Меня уже, кстати, потеряли. 5 звезд меня потеряли, и мы довольно долго летим. Кстати, наберем, наверное, энергию. Вот таким макаром и продолжаем лететь. Набирается энергии, и можно сделать турбо. Обалдеть. Можно даже так сделать на скорости. Да, уже танки есть и пытается на это отстреливать. Довольно забавно смотрится. Танки снизу, мы наверху, и мы даже пролетели... тюрьму. Обалдеть. Побег из тюрьмы на этом мотоцикле, конечно, просто обалденно смотрится. Со стороны особенно. Все, пролетели тюрьму, даже или полетели еще дальше. Кстати, вижу копов. Передаем привет копам. Ребята испугались. Ну что, где наши танки? Мне хочется полететь просто перед танком и вверх задрать нос ему. Так, в сторону. Едет полицейский байк. О, вижу танк, по машине стукнул. Мне нравится этот мотоцикл. Он реально топовый, и полицейский погоня на таком мотоцикле получается довольно прикольно. Конечно, можно еще покататься, можно еще, конечно, поугарать против этих копов, которые находятся снизу, а мы находимся постоянно сверху. Почему не двигаются крылья? Наверное, как-то стукается боком, и поэтому крылья наши убираются. И вот, друзья, наша гора. Интересно, как ее можно преодолеть? Я, наверное, попробую и рискну преодолеть вот это озеро. Конечно, это будет, наверное, очень сложно. Танки пытаются нас отстрелять. И давайте же все-таки рискнем, наверное. Набираем скорость, поднимаем наверх. Нет, мне кажется, это озеро слишком далеко. И мы просто угробим наш мотоцикл. Хорошо, пролетим, наверное, вот тут. Ого, секундочку, есть самолет какой-то. Пытаться его сбить, это, конечно, очень сложно будет. Я сегодня просто полетаю от копов. И давай до турбо-режим. Ух, как успели, прямо перед ним. И снизу был танк. А вот наша гора, друзья. Он тот самый дирижабль, который находится на самом верху. Интересно, как мы сегодня заберемся? Мы сегодня, конечно, нестандартно заберемся, потому что мы на полетающем байке. Нас пытаются еще подрезать. Не тут-то было. Мы на летающем байке, ребята. Так, включим камеру на такую. А че уметь? Мне реально нравится этот байк. Еще этот цвет такой желтый, гоночный. И давай-ка прям в рисовое поле. Так, приземлились. Набираем энергию и вперед. Там сзади был танк. Да, был слева танк. И мы практически уже на 50% забрались на гору. Нет, конечно, еще не забрались. Нам нужно еще набраться энергии. Вот набираем энергию. И сейчас нужно найти хорошее местечко, где можно ее использовать. Вот таким макаром. И давай наверх, Франклин. Обалдеть. Сегодня просто без проблем забираемся наверх. Так, и еще разок. Ух, крылья выпускаем. Главное смотреть надо, чтобы выпускали крылья, и можно спокойно планировать. Хотя нужно подниматься вверх, мы падаем вниз просто. Нам нужно очень высоко подниматься вверх. Ну-ка, давай турбо-режим и полет в небеса. Очуметь. Вон там, кстати, есть дорога, в которую можно, в принципе, заехать. Нет, только не вниз. Набирается турбо-режим. Что же такое происходит-то? Почему-то упадают крылья, я даже не понимаю почему. Да, конечно, очень сложно забираться на гору с помощью этого мотоцикла, но, в принципе, это возможно. Сейчас нужно набрать энергию и где-нибудь... О-о-о-о, прямо возле вертолета! Практически в него врезался даже. Так, спокойно, только-только не резко вниз. Мы чем-то резко вниз сразу падаем, я не понимаю почему. Сразу ручник нажимаем. Все нормально. Набираем энергию, и сейчас все-таки мы заберемся. Очень тяжко поднимается, же не знаю почему. Можно, в принципе, слишком не задирать нос. Можно просто маленько над землей. Вот таким макаром, в принципе, неплохо получается. Я уже приловчился. Оп, мы уже с другой стороны горы пролетели. И вот практически добрали до самой горы. Довольно сложно, конечно, было забираться на гору. Так, ручник. Танков я не вижу, полетит. Они вижу танк, впереди есть танк. Впереди есть танк, мы сделаем турбо-режим и пролетим его. Он, кажется, слева где-то. Слева, снизу. Так, нормально, приземляемся. И погнали, конечно, мы сегодня... Мало вертушек сбили, полицейские машины мы тоже не сбили. Мы набрали энергию и последний рывок до самой горы, надеюсь, пролетим мы до туда или нет. Да, давай, Франклин. Я верю в тебя. Ух.
да. Все-таки долетели. И мы практически наверху, друзья. Обалдеть, сегодня добрались довольно быстро и комфортно. Ты просто не можешь забраться? Он может забраться, вертушки остались позади, танки тоже, и вся полиция Лос-Сантоса, конечно, позади. Все, ребята, вы сегодня свободны, они где-то позади остались, а мы вот, конечно, уже убираем. Мне даже их потеряли напоследок. Ну что, друзья, вот такой у нас был сегодня байк летающий, реально был прикольный. И если вам понравилось, конечно, пишите в комментариях. Мы уже увидимся в других роликах, спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!